Добрый день! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Наша компания сегодня строит коттеджи из газоблока и керамзитоблока. Этот ролик посвящен газоблоку. Для того, чтобы узнать, как производится материал, насколько он качественный и долговечный, мы отправимся прямо на завод. Поехали! Вот мы и на месте, на заводе, где производится газоблок. Пойдемте посмотрим. Масштабы завода просто поражают. Вот они, огромные помещения, где производят и хранят продукцию. Грузовые машины с компонентами для производства газоблока сюда подъезжают постоянно. Сейчас, например, высыпается песок в приемный бункер. Затем он по транспортерной ленте попадает в специальную емкость, где измельчается. Здесь, именно вот на этом участке, производится дозировка. Дозировка всех компонентов, то есть цемента, извести, алюминиевой пасты, она еще используется здесь, и песчаного и обратного шлама. То есть оператор здесь следит за дозировкой, задает количество определенное всех компонентов, и эти компоненты все смешиваются в так называемом миксере. Все это перемешивается и выливается в заранее смазанную формовочную форму. Наполненные формы проходят процесс вибрации, тем самым удаляется излишний воздух из залитой смеси. А здесь в течение 2-3 часов при температуре 70-80 градусов компоненты смеси реагируют. Происходит бурное выделение водорода. В объеме смеси появляется огромное количество пузырьков, которые и являются основой теплоизоляционных характеристик готового блока. Процесс резки массива – один из самых зрелищных. Здесь также задается нужный размер блоков. Далее будущие газоблоки попадают в автоклавы. При температуре 180 градусов, при давлении 12 бар, они набирают прочность. И вот уже готовая продукция идет по конвейеру на упаковку. Весь процесс слажен и отработан до мелочей. Красота, да и только! Производительность нашего завода составляет 970 до 1000 кубов ежесуточно. Процесс производства нашего газоблока непрерывный. Каждые 6 минут заливается продукция, выходит продукция, режутся массивы. Каждые 6 минут. Процесс непрерывный, круглосуточный, не останавливается ни на минуту. Контроль качества материала ведется на всех этапах производства. К потребителю попадают только газоблоки, отвечающие всем строительным требованиям. Тонкости работы в том, чтобы следить и контролировать весь процесс от начала до конца. И стараться ничего не упустить, смотреть, учитывать все нюансы производства. Требования по качеству у нас очень высокие, поскольку мы за этим следим на изначальных этапах до самого последнего выхода продукции и поступление его к покупателю. Выезжаем на объекты при необходимости, контролируем все это, качество, можем показать, как правильно укладывать блок, весь процесс от начала до конца. Плюсы газоблоков известны – малый вес, простота и скорость монтажа, высокие теплоизоляционные качества. Газобетон способен выдерживать воздействие огня без потери своих свойств. Он не выделяет токсичные вещества, не горит и не плавится. Блок экологически безопасен. Вот из таких замечательных и качественных блоков мы строим наши замечательные и качественные дома. Вот мы и увидели, как производится газоблок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Следите за новостями в социальных сетях. Впереди еще много интересного. До новых встреч!